сезону нужно готовиться заранее и в хороших условиях. Так подумали родители баскетболисток московской команды «Тринта», когда озадачились поиском спортивной базы для летних сборов. Выбирали между двумя локациями, но остановились на Зареченском «Фоке Лесной». Бюджетно, современно, все в шаговой доступности. Мы не разочаровались, нам очень все понравилось. В основном прелестило то, что здесь очень хороший зал, то есть он по размерам подходит. Кольца хорошие, размер хороший, покрытие хорошее. Город очень хороший, добрый, как еще сказать. Очень понравились вот эти сосны здоровые, огромные, большие. Воздух здесь хороший, свежий. Но, честно говоря, мы пока никуда не планировали. Мы же первый раз, мы на проб приехали. Ну, хотим вот сюда приезжать каждое лето, договариваться. То есть нас это все устраивает. 18 девчонок-баскетболисток и 2 тренера. Такой компанией прямиком из Москвы они приехали готовиться к новому сезону. Тренировки проходят на стадионе, в баскетбольном зале «Фока Лесной» и городском бассейне. Девочки даже успели сдать нормы ГТО зареченским судьям, проплыв дистанцию 50 метров. Свободного времени у спортсменок практически нет. Залог успешных сборов – дисциплина. Несмотря на усталость и загруженный график, юные спортсменки настроены позитивно и с удовольствием делятся впечатлениями. Много леса в этом городе, в Москве такого нету. Здесь вот везде лес, идешь, очень красиво. Здесь очень комфортно, уютно. Зал здесь просто отличный, мне кажется, лучше некуда. Бассейн, это тоже он расположен близко, но пройти можно, там по лесу мы идем, там красиво очень. В команде играют девочки 2008 года рождения, но среди них есть и на год младше. Юная спортсменка Юлия Натекина рассказала нам, почему баскетболом стала заниматься раньше своих сверстниц. Меня дали 8 год изначально, потому что, то есть, ну, как бы у меня брат занимался баскетболом до этого, и сейчас занимается, и меня решили отдать, то есть, пораньше в баскетбол, и набирался тогда 8 год. Следующая остановка команды «Тринта» – подмосковная база «Олимпийские надежды». Там девчонки будут закреплять свои результаты, которые наработали за время сборов. Спасибо за Заречный! Ольга Сальникова, Владимир Полищук. Телерадиокомпания «Заречный».